Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана. Гость передал главе государства приветствие президента Турции Раджапа Таипа Эрдогана. Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие. Он высоко оценил деятельность Всемирной конфедерации этноспорта и подчеркнул, что Азербайджан активно представлен в конфедерации. Спортсмены страны успешно участвуют в соревнованиях этой организации. В ходе беседы стороны также отметили, что Азербайджан и Турцию связывают отношения братства, дружбы и стратегического союзничества. Страны всегда находятся рядом друг с другом.